Привет всем любителям нашей футбольной лиги и просто футбола. Сегодня хотелось бы сказать о таких важных событиях, о лучших номинациях и лучшем игроке месяца. Лучший игрок месяца у нас стал в сентябре, это Артем Пушко из Челси, с чем мы его поздравляем, нападающий, который наколотил много голов, принес пользу своей команде. Вот, награда найдет его очень скоро. Вот, желаем ему успехов в дальнейшем и в развитии его как футболиста. Также у нас определились игроки, которые победили номинации «Лучший гол». Это Денис Санько из Вест Хэма, который забил улетный гол просто. И вратарь из Манчестер Сити Антон Фатеев, который тоже потащил очень хороший сейв. Также они получат свои награды. Всем спасибо. До свидания.